Я прямо иду вот сюда, на этот остров, вот сюда, на угол примерно. В смысле, не иду, а предлагаю нам идти. А эти, наверное, сейчас разойдутся перед маленьким островом. Там видно будет. Я думаю, на Б свернуть, забрать точку. Ну так на мы через нее и пройдем. Я одну 3/4 включил, скинул. А ну вот они, красавчик. Красавчики, так хорошо идут. По кому? По Аляске долбим? Угу, ее вначале. Давай. Ну она полегче, наверное. Она еще борт ставит, смотри, как хорошо. Ох, блядь, у ребят с головой не в порядке. Он скорее... Иди слева от острова, он скорее всего будет отворачивать перед островом. Да, он так и делает. Я иду по прямой. Да, 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 да. Я на точку захожу. Он решил островом укрыться. Жанба зря его поддерживает, конечно. Да, ну вот наш клиент. Все, он в остров уперся. Ну, Жанбарчик что-то ранится, что ли, идет. Так, я не могу. Так они тебя... оба здесь, блядь. Нифига мне счастье приперло, блядь. Это плохо, потому что я сбросился по Аляске, блядь. Это, блядь, прям ошибка была, блядь. Сука, блядь. Да. Чёрт. Балбес охренел, что ли, блядь. Блять, они сумасшедшие оба, что один, что второй. Я даже не знаю, что сказать, даже я уцелел, блядь. Упоротые какие-то ребята. Бывает.